Evet sevgili misafirlerimiz, Akka Otels YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Akka Linda'dayız. Barlar Şefi Hüseyin Bey ile beraber 3 farklı kokteyl yapacağız. Всем привет, добро пожаловать на наш канал в YouTube, и мы рады вас приветствовать из отеля Akka Linda. Сегодня у нас в гостях шеф баров отеля Akka Linda, его зовут Хусейн, и он покажет нам, как приготовить 3 летних освежающих коктейля. Поехали! Коктейлеримиз исми, бириси карпуз мойто, bir tanesi gin menta. Bekle bekle. Так, и мы сегодня готовим какой мохито? Мохито клубничный. Мохито с арбузом. Gin menta. Gin menta. Ve frozen strawberry. Yani... Да, это уже, да, и именно коктейль замороженный такой холодный коктейль с клубникой. Так, поехали. Evet, şimdi gin menta için malzemelerimizi öncelikle bir gösterelim. Gin menta için. Gin mento. Да? Birinci malzememiz gin. Так, мы добавляем джин. Джин. Нане ликеры. Это мятный ликер. Тоник. Тоник. Тазе нане. Свежая мята. Ве бузу. Бузу музда йолда гелиюш. И у нас лед, да? Будет лед. Сейчас подвезут нам. Evet, bir de karpuz mojito için malzemelerimizi şimdiden söyleyelim. Karpuz mojito malzemelerimiz ise rum. Так, а для мохито из арбуза нам нужен ром. Вот у нас ром. Карпуз. Арбуз. Тазе нане. Свежая мята. Шекер. Сахар. Сода. Сода. Ve buz. И лед, который в дороге. Frozen strawberry коктейль için malzemelerimiz ise 4 cl gene ром. Да, для клубничного коктейля холодного нам нужен опять ром. Тазе чилек. Свежая клубника. Шекер. Сахар. 1 cl лимон сую. Да. Лимон сую мы сушим бы тазе лимон мол мак лимон, но кстати тазе лимон, да, гюзель. То есть лучше всего выжать свежий лимон, не готовый лимонный сок покупать. Ve yine buz. И лед. Bütün kokteyllerimizde olmazsa olmaz buzumuz herhalde. Evet. Да, у нас самый важный ингредиент для коктейлей – это лед. Да? То есть вот эту свежесть, холод придает лед, как мы видим. То есть у нас все напитки, они, в принципе, при нормальной температуре сейчас. Семья, джин мента ищем. Джин мента, да? Первый коктейль у нас джин мента. 6 adet nane yaprağını kopartıyoruz. Shaker atıyoruz. Ve shaker varsa shaker, shaker yoksa su bardağı olabilir mi? Olabilir. Kalın su bardağı. Ну понятно, да, все уже узнали shaker, много у кого, наверное, дома, и нам нужно 6, например, 6 листиков берем мяты. Evet. Она классно пахнет. Biz de yardım edelim Sevim Bey. 4 cl gin. Kaç tane yaklaşık şey atıyoruz nane yaprağı? 6 tane, 6 yaprak, 7 yaprak nane. 6-7 yaprak atıyoruz. Evet. Kaç cl gin koyuyoruz? 4 cl gin koyuyoruz. 4 cl kadar naneye gin ekliyoruz. 4 нам нужно таких мерных, да, мерных стаканчиков. Это у нас... Эзме işlemini... Kaç bir saniye, kaç? А, burada kaç şey var? 4 cl. А, içinde 4 cl. Yani bu şeyle, şimdi evlerde cl olmaz ama... Вот один такой стаканчик, да, то есть тут уже именно нужное количество, да, на, например, на стакан. Mesela çay bardağıyla ne kadar Hüseyin Bey? Вот такой. Вот такой один. Çay bardağı neye tekabül ediyor? Aşağı yukarı. Çay bardağı bu 4 cl yaklaşık çeyrek çay bardağı gibi. Çeyrek çay bardağı kadar satıyor. Да, это если чайный стаканчик турецкий, то где-то четверть. Да, четверть получается стаканчика, да, вот сюда вмещается. Но они стандартные. Если вы покупаете их для коктейлей, то понятно, что они стандартные. Evet, şu ana kadar gin menta kokteyl için 6 parça, 6 yaprak nane ettik, içine koyduk. Onun üzerine biraz tokmakla eziyoruz. Tokmakla eziyoruz. Aromasını alıyoruz. Нужно хорошенько его вот так растереть, чтобы вот этот аромат мяты вышел. Да, но я думаю, что многие вообще делают дома что-то подобное, да? Дальше. Evet, sonra. Daha sonra bunu süzüyoruz. Bardağımızın içine. Şöyle naneler içinde kalacak şekilde. Все, а теперь выливаем в стакан, то есть листочки мяты остаются, да, они нам не нужны. А вот аромат мяты остался уже. Джин мы? Evet, джин. Tamam, в джине, да, хорошо. Yani şöyle bir göstereyim ben tekrar Tatiana. Temizle çekelim. Evet. Shaker'ımızın içerisine 6 yaprak nane koyduk. Nane koyduktan sonra
4 cl cilekledik ve onları bir güzel hafifçe ezdik. Ezdikten sonra da nanelerden ayırarak suyunu bu bardağa koyduk. Да, мы смешали мяту с сыном. Хорошенько мяту мы растерли, чтобы вышел аромат и слили просто только одну жидкость в стакан. Sonrasında потом я знаю, это у нас ликёр, да? Мятный ликёр, да? Нане ликёры. 2 cl yani 2 çorba kaşığı kadar. 1. Bir çorba kaşığı. Bir çorba kaşığı kadar. А теперь вот эту часть вот этого стаканчика, вот это где-то 1 столовая ложка, мы добавляем мятный ликёр. Нане ликёры коёс. О, какой цвет, да? Кстати, цвет напоминает Танюш Тархун. Да. Вот пусть плюсики поставят все, кто помнит Тархун, да? Кто любил Тархун в детстве, поставьте плюсики. Evet, nane likörünü ekledikten sonra tonik. Потом мы добавляем тоник. Тоник ne kadar ilave edeceğiz suya? Dolduracağız ağzına kadar. Ağzına kadar dolduruyoruz. Buz payı bırakıyoruz sadece. Ne payı? Buz payı. Buz payı bırakıyoruz ve toniği ağzına kadar bardağın dolduruyoruz. Да, мы можем, в принципе, вы наливаете на глаз столько, чтобы у вас осталось место для льда. То есть, когда лед добавится, понятно, что коктейль подымется. У нас Катя, Настя, Аня плюсуют. Помнят Тархун, Тархун, да. Хэппи Мисс Джейн тоже Тархун, да. Классный цвет. Тархун? Бильер мусунус? Тархун был более великий. Бизим чужуклоумуста, он лимонад асы чок мешхурду. Тархун, шей вар, япрау биткиси вар. Узарекли совет Неси чок и бильо. Это вот я рассказываю нашим коллегам, что такое Тархун. Наше детство, вот этот лимонад, да, безумно вкусно. Оп, Аня Буренкте. А Джейп Кизаль, тады вар, тады хичпиши и бензимю, я не сизи и чермем лазам, она мана зачем, я не митичпиши. Юля пишет, мы и сейчас пьем Тархун. Тархун. Вот. Вот, значит, давайте так договоримся. Вот вы к нам бронируетесь Татьяна, и привозите. Татьяна, да, и привозите нам бутылочку Тархуна. Здесь его нет. Сделаем обмен. Evet, sonrasında süsleme kısmına geçiyoruz. Süslemedi. İçine 7 tane yine tekrar nane alıyoruz avucumuzun içine. 7 yaprak naneyi alıyoruz Tatiana. Так, сейчас будем украшать коктейль. Evet. Bir şey soracağım. Şunu bir daha yapar mısın Süleyman Bey? Bunu niye yapıyoruz? Naneler patlasın, aroması içine iyice geçsin. Да, это для усиления аромата. Вот специально у нас такой хлопок надо. Ну, где, например, 7 листочков мяты нам хватит. Bunu yapmadan içilmiyor. Onu söyleyeyim. Нет, вообще нельзя пить. Пока вот так не сделал, пить нельзя. İçemezsiniz yani. İçine atıyoruz. И вот так надо бросить, да. İçine atıyoruz. Sonrasında. Daha sonra içine 2 dilim limon. Потом 2 кусочка лимона добавляем. 2 dilim limon atıyoruz. Так, отлично. Evet, üzerine buz ekliyorsun değil mi? Evet, buz ekliyoruz. Nasıl? Yaklaşık kaç tane buz ekliyoruz Hüseyin Bey? Full. Full. Bardağı sonuna kadar dolduruyoruz. Побольше льда добавляем. Так. Elimizle de yapabiliriz Hüseyin Bey isterseniz. Bir saniye. Onun bir taktiği mi var? Hayır. Hayır. Acaba? На этом моменте у нас прям люди прибавились в прямом эфире. Так, ясно. Холодненького-то побольше. Кола Гельсин, Аданадан, селямляр. Алейкум селям. Татьяна, джин мента коктейлимиз hazır sevgili misafirlerim. Şimdi denemeye geçiyoruz. Ну что, сейчас кто будет пробовать? Сен тадына бан. Bunu sen dene. Yok, niye ben? Bunu sen daha çok seviyorsun. Çilek kızıyım ben. O zaman sen dene. Ayya. Ayya mı? Ayya. Я буду пробовать. Танюш, давайте я попрошу. У нас Танюша, наш оператор. Evet, Танюша şimdi bardağı çevirmiş Hüseyin Bey'in. Alinda da yaptı. Джин Ментайı deniyor. Хорошо. Evet, buyurun efendim. Я буду пробовать. Сезон 25'inde açılıyor. Танюш, как? Nasıl? Oh. Хорошо. Отлично, да. Так, ну нам еще доснимать надо. Чуть-чуть. Так что оставь сторону. Очень вкусно. Привет, Таня, от Самвела. А, Самвел сейчас я покажу. Так, давайте вот сюда пока оставь. Самвел, приезжай к нам, мы тебя ждем. Очень-очень-очень вкусно. Вместе что-нибудь классное снимем, приезжай. Да, о zaman hızlı bir şekilde ikinci koktelimize geçiyoruz Tatiana. Karpuz mojito'ya geçiyoruz. Karpuz mojito. Evet. Ух ты, мохито с арбузом. Давай я, нет, ладно, чилек или карпуз. Ты будешь карпуз? Карпуз. Я? Я буду. Sen sonrasında frozen strawberry. Хорошо, я последняя. Я буду асулист. Evet, karpuz mojito'nun malzemeleri hemen söyleyelim. Rom. Нам нужен ром karpuz, для этого коктейля. Нам нужен арбуз. Taze nane. Нам нужна свежая мята. Şeker. Сахар. Soda. Soda. Ve вот она. Buz. И, конечно же, лед.
Sonunda buz. Sonunda buz, да. Лед, который ехал до нас. Дело в том, что я хочу объяснить, у нас все рабочие аппараты, они отключены, поэтому мы не из отеля брали мед, а одолжили в специальном месте. Şimdi burada ne yapıyoruz? 11 adet nane yaprağı alıyoruz. Evet, да, 11 листиков. Смотрите, там 6, там 7, тут 11 листиков мяты. Yok, dünya standartı. 10 olursa veya 12 olursa içilmiyor Tatiana. Dünya standartı. Aa, tabii. Это стандарт, видите? Ну, стандарт, вот я вообще не знаю. Да, есть, видите, стандарты, да, мирового уровня. Yani хорошо. Если 10 или если 12, не может Все, быть. Все, нельзя. Не может быть, tabii. И даже 10,5 нельзя. 10? 11 tane atıyoruz. А если неправильно посчитал, опять пересчитал? Это будет невкусно. Это будет невкусно. Хорошо. Evet. Теперь мы добавляем... Шекер. Сахар. 2 кашик. Не кашик, Сен Бей? Чай. Кафе кашик. Кафе кашик. 2 кашик шекер. Да, ну, в принципе, видите размер ложечки, как у наших чайных ложечек. Вот такие две ложечки. Она, вот смотрите, нездоровая. Специально для коктейлей. Ага. Sonrasında ikisini de karıştırıyoruz. 4 cl rum koyuyoruz. Aa, потом мы ром, да, добавляем ром. 4 cl çay bardağıyla yine çeyrek bardak. Опять, да, четверть чайного турецкого стаканчика. Hop. Rom koyuyoruz. Добавляем ром. Добавили. Eziyor muyuz? Evet, çok az. Tekrar eziyoruz. И опять вот таким специальным я не знаю, как он называется. Толчком. Да, да, как вот для пюре делаем такую пюрешечку. Да, то есть хорошенько нужно, получается, ведь именно не размешивать, а вот так вот... Толочь. Да, толочь, получается, нам нужно, да, как-то. Evet, rum da ekledikten sonra birazdan karpuzlar ekleyeceğiz, Tatiana. Да, сейчас добавим арбуз. Мы уже, смотрите, порезали арбуз кубиками. Küp gibi kesilmiş karpuzlar dedi. Anladım. Да, супер, конечно, это вообще супер. Kaç dilim atıyoruz Hüseyin Bey? 10 küp. 10 küpte karpuz atıyoruz. Арбуза. А можно я эту красоту поближе покажу? Смотрите. Я не знаю, видно ли вообще? Посмотри, видно. Все видно. Я вот еще в камеру нужно. Прелесть, да? Вообще, просто цвет вот этот, он бесподобный. Sonrasında сода. Мы добавляем соду. Ой. Yarısına kadar mı? Evet. Yarısına kadar soda ekliyoruz. Burası önemli. Вот пол стакана соды добавили. Tekrar karıştırıyoruz. Ложечкой нашей вот этой волшебной классной Karpuzları biraz ezebiliriz. Смешиваем. Evet, karpuzları çok az ezebilirsiniz. Да, можете немножечко даже помять арбузик, чтобы да, вот этот его вкус больше стал. Sonrasında da herhalde en son buz ekleyeceğiz, değil mi Hüseyin? Evet. Да, и добавляем опять лед. Evet, buz ekliyoruz. Bu içecekler arkadaşlar özellikle yaz aylarının vazgeçilmezleri. Onun için sizler için özellikle seçtim. Yaz aylarında bu kokteyllerden faydalanabilir. Летние коктейли абсолютно легкие, с приятным вкусом и ароматом, поэтому трудно отказаться. Ну и в принципе, посмотрите, как все просто, да? Можно себе устроить, так сказать, дома на диванчике такой фреш. Или на дачке, да? Да, очень даже в гамачке, под шашлычок или там, я не знаю, еще. Какие-нибудь другие мероприятия, ну, в принципе, да. Şimdi kokteylin ana şeyi tamamlandı. Şu an süsleme aşamasına geçti Hüseyin Bey. Так, ну мы сейчас украшаем, конечно. Для эстетов, конечно же, это важный момент. Şunu alabilirsin Satya'dan oraya. Evet, şöyle. Kufo. Teşekkür ederim, evet. Пожалуйста. Ой, как красиво, да, вообще, супер. Başka ne? И украшаем, как всегда, мятой, да? То есть вот это вариант свежести, всегда присутствие fresh. Мяты, да, и всегда присутствие fresh. Льда. Her zaman buz ve nane, şu tazeliği bize getiriyor yani. У нас все зрители затаили дыхание на этом моменте. Очень красиво, его классно фотографировать, если как-то посмотрите, да. Шикарно, они как будто бы застыли в полете кусочки арбуза. Шикарно, afiyet olsun, да? Deniyorum. Так, за здоровье. На здоровье. На здоровье, Кадир Бей. Хорошо. Вот у нас тут кот, он пришел в начале эфира, и он с нами рядом тут. Müthiş. Татьяна müthiş olmuş. Evet. Sana da vermek isterdim ama sen artık çilekli frozen deneyeceksin. Sıra bende. Теперь моя очередь. Я буду именно с клубничкой. Так, я даже... Можно я одну украду? Evet. Şimdi şu ikisini de yan yana koyayım şöyle. Bu cinmentomuz.
Bu karpuzlu mojitomuz. Клубника очень сладкая. Onun yanına da şimdi frozen strawberry'miz geliyor. А у меня, посмотри, какой будет особенный коктейль, потому что у меня будут блендировать лед, да? Буз atacağız. Çok fazla buz atacağız. Evet, şimdi frozen strawberry kokteylini hazırlamadan önce ihtiyacınız olan malzemeler tekrar söylüyorum. 4 cl rom. Так, мы добавляем опять ром, да, и опять у нас это четверть турецкого стаканчика по, по объему. Taze çilek. Свежая клубника. Şeker. Сахар. 1 cl лимон сую. Да. Bu gerçek лимон da olabilir. Сок. Вот у нас уже готово, мы выжали лимончик. Ve sonunda ne? Hadi bilin bakalım. Yine buz. Buz. Evet, buz. Lüt, kardeşim, evet, şimdi yapımını da şöyle yapıyoruz bildiğim kadarıyla. Bütün malzemeleri blender'a atıyoruz. Evet. Bütün malzemeleri blender'a atıyoruz. Evet, ilk olarak 4 cl rom mu? Evet. Hüseyin Bey, bütün kokteyllere genelde 4 cl mi koyuyoruz? Dünya standartı 4 cl. Да, в принципе, это международные стандарты, да, вот этот объем именно алкогольных напитков, которые добавляются в коктейли международные. То есть, в принципе, сложно получается, да, сложно испортить коктейль. Bir cl. Я могу сказать. Taze sıkılmış limon suyu. Да, и вот получается, мы добавили сейчас опять это 1 столовая ложка сока свежевыжатого лимона. Угу. Sonra. Клубничку. Bir. 8 tane atabiliriz. 8. Değişebilir bu. 8, но можно и менять, да? Можно побольше, да? 5 ile 10 arası diyelim biz. 5 ile 10 arası çilek ekliyoruz. Новые стандарты у нас, evet. Kadir Bey. Bu Kadir, Kadir Şahin standart. 5 ile 8. Стандарты Kadir Bey, от 5 до 10. И побольше льда, да? Да. Вот, yarısına kadar da buz koyuyoruz. Doğru. Da, blender'ı şuradan yapabilir miyim Hüseyin Bey? Tabii ki, buyurun. Buyurun efendim. Evet, üstten bastıralım. Bastırıyoruz. Bastırıyoruz. Şuradan 1'e mi alıyoruz, 2'ye mi? 1, 2 daha sonra. Peki bir soru soracağım. Sor. Evde blender yoksa nasıl yapacağız? Yapamayacağız. Yapamıyor muyuz? Çünkü bu blender frozen. Blender olmasa yapamıyoruz. Ya da kırık buzlarla yapmanız gerekebilir. Tatiana kırık buz. Onu da tahta bezinde mi kırıyoruz? Tam kırmamış. Tekrar. Конечно, мы можем специальный блендер, который сможет измельчить максимально лед. Но если его нет, конечно, вручную. Отлично, боже. Ой, ну это только для девочек коктейль. Конечно, это мне еще и под платье мое сегодня. Evet, sen bir bayan kokteyli olduğunu söylüyor Tatiana bunu. Eşinize sürpriz yapabilirsiniz eve geldiğinde. Переведите Татьяну. Çok basit. Да, вот знаете, прекрасный коктейль, вот сюрприз для, то есть вот мужчинам на заметку, можете для своих дам, для своих любимых женщин приготовить такой сюрприз. Приходит она с работы, только решила вас ни за что поругать, а тут такой сюрприз. Вот, мелочь, а приятно как. И сразу настроение поднимается, да. Так, не такая уж мелочь, Тёш, нормально. Sen bunu al, ben de bunu alayım. Bugünkü yapılan kokteyllerimizi şöyle bir gösterelim. Döktüm. Biraz içebilirsiniz. Так. Evet. Сейчас попробую, подождите. Frozen strawberry, gin mento ve karpuz mojito. Super, да. Afiyet olsun. Все, за ваше здоровье, всех вас ждем. Вот, вот так сделаем все вместе 25 июня, да, на открытии. Yapan misafirlerimizin fotoğraflarını bekliyoruz tabii ki. Да, ну давайте, делайте дома, высылайте нам фотографии, мы будем очень рады. Запись можно увидеть будет в Инстаграме, и на Ютуб тоже мы зальем, снимаем всегда для вас рецепты, все самое лучшее. Пишите к среде ваши вопросы, в среду будем говорить о новых условиях отдыха в отелях Akka Hotels. Так что ждем вас, любим, скучаем, и всегда с вами онлайн на связи. Кадир, Хюсейн, Татьяна и Татьяна за камерой. Всем хорошего дня. Görüşmek üzere. Bye bye.